Видеовзор односпального дома. Здесь нахожусь на террасе. Есть тут столик с двумя стульями. Гостиная выглядит таким вот образом. Есть какой-то диван. Не просто какой-то, на котором можно спать человеку. Видим москитные сетки и решетки. Есть стол. Вентилятор. Вот так выглядит спальня. Есть кондиционер, большой шкаф. Тоже есть москитные сетки и решетки, есть вентилятор. Кухня. Кухня хорошо оборудована. Видно, что кто-то постарался, прикупил все необходимое. Раковина, газовая плита, холодильник. Холодильник можно было побольше, но в принципе нормально. Санузел на троечку, такой простой санузел. Слив под душем, душ сам не огорожен, так что вода будет растекаться. Так, ну все, пожалуй. Можно выйти посмотреть на него, как он снаружи выглядит. Капунгап. И посмотрим, что здесь есть. У нас тут тайцы рядом живут. То есть это не какой-то домик в резорте, а это просто отдельно стоящий домик рядом с домиками, где живет местное население. Вот так он выглядит. Рядом какой-то тоже деревянный домик. Есть парковка. На этом, пожалуй, все. С вами был Лев, компания Балзумы.